русским вне России Москва отводит одну единственную роль – быть поводом для вторжения в чужие дела. Для этого Кремлю нужно не допустить интеграции русских в те страны, в которых им выпало жить после 91 года. Любая идея, что русские могут жить интересами своих новых столиц, вызывает в Москве ужас, потому что приведет к утрате контроля. Из года в год Россия добивалась не адаптации соотечественников, она добивалась их изоляции, чтобы затем спекулировать на теме гонимых и отверженных. Не учить язык, не учить историю, быть бабой-ягой, которая всегда против. Вот тот нехитрый набор, который Кремль спускал под контрольным партиям. В итоге все пророссийские партии оказывались в соседних странах в роли пятой колонны. А если кто-то пытался предлагать альтернативу, с ним начинала воевать сама Москва. Только этот подход работает лишь со стариками. Молодые будут делать свой собственный выбор. И их выбор новой идентичности, скорее всего, будет сопряжен с утратой старой. Думаю, новая перепись подарит нам немало сюрпризов.